Вы скажите, пожалуйста, почему ваш ребенок сюда приходит? Зачем это нужно? Говорить? Да. Моя девочка очень любит читать. Смотреть в объектив и смотреть на нас. Просто говорить. Мне девочка с детства очень любит читать. И примерно с 6 лет она начала писать сказки, истории, стихи. А с 7 лет она начала ходить в книгоманию, в клуб, который был организован Владимиром Николаевичем, за большим удовольствием. И мы очень обрадовались, когда весной этого года клуб возобновил свою работу. И мы начали вместе уже с младшим сыном посещать эти занятия. Я думаю, она приходит сюда, потому что ей очень интересно. Не только потому, что ей нравится читать и писать, а потому что занятия проходят очень интересно и увлекательно. Сейчас мы ее не спросим, почему тебе интересно? Тут занятия очень увлекательные, интересные, и Владимир Николаевич все объясняет по-детскому. И тебе потом это помогает как-то? Помогает. Ты читаешь с удовольствием? Конечно. А что ты любишь читать больше всего? Я люблю такие сказки, романы, ну все с приключениями. Как Кир Булычев написал же свою повесть, я его книги уже читаю очень много. А как тебе это в жизни помогает? Помогает? Вот я сама пишу повесть небольшую. И следующие приключения мне помогают книги. Я читаю, их фантазия прибавляется, и думаю, куда бы своих героев отправить. То ты уже знаешь, как другие люди пишут, и ты же стараешься писать похоже, да? Конечно. Ну хорошо, спасибо большое. Не за что. За интервью. Хорошо.